Добрый день, приветствуем вас на канале интернет-магазина Энергомаг. Меня зовут Александр, и я предлагаю новое видео «Как правильно заземлить дом». Снять данное видео меня подтолкнули вопросы от клиентов, которые продолжают поступать, как правильно сделать, почему так, почему такие материалы нужно применять. И я в данном видео сейчас постараюсь максимально просто и понятно рассказать вам, если вы планируете заземлить дом, как это сделать правильно и согласно требований правил устройства электроустановок. Вот правила устройства электроустановок, на украинском языке написано «Правила улаштування электроустановок». Последние 2017 года, сейчас 2018 год, но последние были, издавались в 2017 со всеми изменениями. И в этих правилах есть целая глава 1.7, которая посвящена заземлению. И я буду сейчас рассказывать и вам говорить, где в этих правилах написано о требованиях к заземлению. Итак, если вы планируете заземлить дом, вам вначале нужно определиться, какое вы заземление будете делать. Вы будете делать старую систему, треугольник, или будете устанавливать современную систему модульно-штыревую, которая предлагает наш интернет-магазин Энергомаг. То есть первый пункт – это тип заземлителя. И вне зависимости, какой он будет, в правилах написано, я вот сделал закладку, есть таблица, сейчас я вам покажу, скажу, какой номер этой таблицы, где написано, какой диаметр, в зависимости от типа заземлителя, какой должен быть диаметр вертикального заземлителя. То есть тот, который вертикально расположен. И открываю таблицу 1.7.5, и здесь в зависимости от материала, вот материал написано, и читаем, характеристика, сталь черна. И диаметр минимальный должен быть для стали черной, для вертикального заземлителя 16 мм. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что довольно часто, когда я приезжаю, бывает лично я езжу проверять контур заземления. Мы, к слову скажу, производим проверку контуров заземления, изготавливаем паспорт контура заземления, у нас есть своя электроизмерительная лаборатория компании «Электрик». И приезжаешь, забита арматура диаметром 10 мм, и говорят, о, це так зробили, робимо, все добре. Кто так решил? Ну, как правило, заказчик говорит, тут есть электрик, опытный, уже много лет работает, приходит этот электрик, говорит, я так роблю 20 років. Ну, к сожалению, электрики, и наши в том числе, они не сильно хотят читать эти правила устройства электроустановок. Это скучно, это нудно. Многие говорят, времени нет. Ну, то есть как привык, так по старинке, так 20 лет. 20 лет так и делает. А меняется что? И говорят, ну ничего не изменилось. Ну как ничего изменилось? Бытовой техники больше. Меняются и правила, соответственно, и требования. И запомните, диаметр должен быть минимум 16 мм вертикального заземлителя, который вот вертикально забивается, глубина желательно поглубже, но, как практика показывает, больше 2 метров очень тяжело забить. И тоже не рекомендую применять арматуру, потому что арматура, у нее сечение неравномерное по всей длине, и, соответственно, коррозия быстрее, и она прикаленная. Коррозия быстрее съест такой контур заземления. Если вы уж решили делать вот старым способом, купите хотя бы круг 16 на любой металлобазе и уже делайте правильно. Если мы говорим о заземлении, о стержнях заземления оцинкованных или омедненных, в этой же таблице, в правилах устройства электроустановок, таблица, напомню, 1.7.5. Есть эти правила в свободном доступе в интернете. Если есть время, желание, можете посмотреть, а я вам скажу. Оцинкованный стержень должен быть диаметр минимум 16 мм, а медненный 14 мм. Нержавеющая сталь 16 мм. Те комплекты, которые мы предлагаем на нашем сайте energomag.net, там диаметры все соответствуют правилам устройства электроустановок. Мы за этим следим.
То есть тип заземлителя определились. Или старая система, или новая современная. Далее, диаметр я вам тоже сказал. Пункт 2, вертикальный заземлитель, какой должен быть. Кстати, есть в этой таблице и требования к горизонтальным заземлителям, которые связывают, как правило, сваривают между собой эти три точки. Расстояние, чем больше вы сделаете расстояние, тем меньше будет сопротивление вашего контура заземления. И пункт последний, сечение заземляющего проводника. Это очень часто задается такой вопрос, и в ссылке по описанию к этому видео вы можете посмотреть другие видео. Ошибки при монтаже контура заземления, какой самый дешевый контур заземления, если пересчитать в соотношении стоимости срок службы, как выбрать тип заземления или комплект, можете посмотреть, это вам будет полезно, если вы еще только пока планируете его монтировать. Сечение заземляющего проводника, согласно, опять же, правил устройства электроустановок, должно быть не меньше сечения жилы питающего кабеля. То есть, если кабель, который приходит к вашему дому, сечение жилы 10 мм квадратных, то сечение этого проводника должно быть тоже 10 миллиметров квадратных. Если, ну, там есть таблица, не буду показывать, можете найти. Или если у вас есть вопросы, и вы хотите, чтобы мы вам выполнили, мы тоже выполняем монтаж контуров заземления с протоколом, с паспортом. Мы подскажем вам, какое должно быть сечение. Вы скажете марку кабеля, а мы уже подберем его. То есть минимум 10 миллиметров квадратных, это до 16 миллиметров квадратных, то есть 10-16, если больше 16, там уже другие требования. Тоже есть в правилах устройства электроустановок это. Там вообще информации очень много по заземлению, я не смогу сейчас в течение этого ролика пересказать, ну, может быть, десятую часть этой книги, она, смотрите, она довольно такая немаленькая. Вот. Ну, что еще? Если у вас остались вопросы какие-то по заземлению, вы можете написать в комментариях к данному видео. Я с удовольствием отвечу на эти вопросы. Если вам нужно подобрать комплект заземления или заземлить любой объект, дом, дача, производство, электрозарядка для электромобиля, тоже есть видео, можете посмотреть. Мы недавно выполняли монтаж контура заземления зарядной станции. Пишите, звоните, в конце ролика будут телефоны, по которым можно связаться с нами. Мы работаем в Киеве, Одессе, Харькове, есть представители, и по всей Украине можем выехать в любой населенный пункт. Также мы предлагаем электромонтажные работы. Если видео понравилось, ставьте лайки. Если еще не подписаны, рекомендую подписаться на наш канал. Мы регулярно снимаем видео на тему заземления, молния защита, солнечные станции, твердотопливные котлы, электромонтажные работы. Электромонтажные работы предлагаем с гарантией 24 месяца. Работаем с 1998 года. Всего хорошего.